В этом году Владивосток стал столицей тотального диктанта. А это значит, что и ответственность на городе лежит особая. Именно к нам приедет автор текста Гузель Яхина. Она будет читать отрывок из своего еще не опубликованного произведения на площадке Дальневосточного федерального университета. Именно из ДВФУ будут вести онлайн-трансляцию, с помощью которой написать диктант смогут все желающие. Цель проекта в первую очередь обратить внимание на то, что писать грамотно важно и нужно. Потому что важно следить за собственной грамотностью и показать, что это, кроме того, еще и модно. Доказать, что современному человеку важно уметь писать грамотно, важно следить за тем, как и что он в письменном виде выдает в общество. В общем, мы считаем, что акция с этим справляется достаточно успешно. Более 200 тысяч человек в прошлом году написали тотальный диктант в 70 странах мира. В Приморье будет работать около 40 площадок. В основном это школы, университеты, библиотеки. Из нестандартных – площадка Приморского океанариума Краевой филармонии. По предварительным данным, диктант напишут около 3000 граждан только во Владивостоке. Кроме того, диктант будут писать в Черниговке, Уссурийске, Находке, Славянке и других городах Приморья. Все площадки сейчас уже доступны на сайте для того, чтобы посмотреть. Почти все. С 4 апреля откроется регистрация. И 4 апреля можно будет на понравившуюся площадку зарегистрироваться. Здесь есть нюансы. На некоторые площадки регистрация вообще не требуется. Это площадки открытые. Можно туда прийти, даже решив, что вы хотите на тотальный диктант в последний момент. А на другие площадки обязательно регистрация. Это связано с тем, что, например, в библиотеках ограниченное количество мест. 15, 20, 30 мест, конечно же, необходимо, чтобы всем хватило места регистрироваться на эти площадки заранее. Заранее регистрироваться нужно и на площадку, на которой диктант прочтет автор. Это площадка Дальневосточного федерального университета. Напомним, что сами приморцы готовятся к диктанту уже несколько недель. Бесплатные курсы по русскому языку проходят 4 раза в неделю. По субботам в ДВФУ, понедельникам в библиотеке БУК, по средам в Доме молодежи, по пятницам в ВГОЭСе. Совершенно бесплатно можно позаниматься с лучшими педагогами города. Кроме того, с прошлой недели на сайте totaldict.ru стартовала онлайн-школа. Занятия проходят каждую среду в 22:00. Запись уроков можно посмотреть в любое удобное время. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев. Новости на 8.